У Гомельской областной библиотеке прошла встреча с участником знакомитого белорусского драматурга Андрея Макаенко. Гоноровые гости завитали у мемориальную залу письменника, где для их ладилась импреза. Мероприемство присвятили году малой родимы. Андрей Макаенко – уродженец вёски Борха у Рогачевского района. У 70-е годы 20-го стагодия имя нашего земляка было на пику популярности. Его пьесы ставили сотни театров Советского Союза и краину сходи Европы. До прикладу, у московском театре сатиры спектакль по его пьесе «Затюканный апостол» ставился на протягу 15 годов. Драматургичная спадщина Андрея Макаенко стала золотым фондом белорусской литературы и театра. До его творчести звертались многие науковцы. Сегодня память об им бережливо заховывается на малой родиме. У Гомельской областной библиотеки створена мемориальная зала Андрея Ягоровича. Большую частку экспонатов представила жонка драматурга Любов Макаенок. Яна завитала на сустречу разом с доследчиком творчести белорусского классика, профессором, доктором филологичных наук Степаном Лаушуком. Однако, якую поставили гости экспозиции, выдатно. Сапраўды, наведвальники залы могут прочитать сторонки с особистого дзённика драматурга, убачить оригинальные афиши спектакля с постановками по его творах, познакомиться с приватной перепиской письменника с іншими знакомитыми творчими людьми.